Инвесторы, которые намерены вкладывать средства в казахстанские проекты, теперь смогут получить все сведения при помощи специальной информационной системы. За ее разработку и реализацию взялась компания «Казахинвест». По словам заместителя председателя правления Биржана Канешева, при создании данной CRM-системы «Казахинвест» перенял опыт турецких коллег из агентства «ИСПАД». Разработкой новшества занимались собственные специалисты, и обошлась она в 10 миллионов тенге. Ранее «Казахинвест» налаживала связь отечественных бизнесменов и инвесторов при помощи своих представительств в других странах. На данный момент их 7, в том числе России, Китая и США. Структура СВР, масала. В ней есть определенная структура. Например, разделение по тому, сколько средств у инвестора. 10 миллионов, 5 тысяч долларов, 10 тысяч. В зависимости от стоимости проекта он может выбрать подходящий. То есть он напрямую от нас получит информацию, телефоны там указаны наших предпринимателей. Мы помогаем им объединиться и начать проект.